Невероятное везение водителя белого автомобиля. Место действия — городской округ Дэчжоу в китайской провинции Шаньдун. Водитель грузового автомобиля не рассчитал допустимую высоту транспортных средств где-то на метр-полтора. Сбитый барьер ограничения высоты падает прямо на автомобиль, движущийся по встречной полосе. Считанные сантиметры отделяли водителя легковушки от билета на тот свет. Металлическая конструкция приземлилась прямо на капот его машины. Водитель, перевозивший экскаватор, не пострадал. Водитель белого авто все же получил ушибы. Но эти незначительные травмы просто ничто в сравнении с тем, что могло бы случиться. Двигайся он чуть-чуть быстрее или появись на перекрестке всего секундами раньше.